монстры! Они же меня съедят! Нет, эти штуки меня достанут! Не могу, надо идти дальше! Ты не бросишь меня, как остальные взрослые! Ты поможешь мне? Эти большие штуки шныряют по всему Грейдичу и убивают всех подряд! Пожалуйста, дяденька, найди моего папу! Да, раньше все было типа неплохо. Никто нас тут не трогал. Думаю, потому что мы были так близко от столицы. Нас там было 7, мы жили в старых высоких кирпичных домах. Думаю, я последний. Эти твари забрали всех остальных. Не, люди не хотят оставаться в Грейдиче надолго. Развалины столицы не самое классное место, чтобы жить, знаешь. Кстати, папа говорил, что мы скоро уедем. Мы тут почти год прожили. Кроме нас с папой, тут был Док Леска, жил с нами, и Уилл Брэндис с мамой и папой. Я думаю, их никого теперь нету. Ладно, что такое? Там живут здоровенные уроды, которые ползают вокруг на 6 ногах. У них огроменные зубы, и они носятся вокруг, хватая всех на своем пути. Папа всегда говорил, что это долбанные муравьи. Ну, то есть он их так называл. Я их называю просто огненные муравьи. Ну, ага. Думаю, я слышал, как Док Леска что-то говорил про матку или что-то типа. Что-то об откладывание яиц. Не знаю, как это. Он сказал, что матка ни за что не поднимется на поверхность, и ему придется найти ее. Дико, да? У папы было ружье, и он говорил, оно их ранит. Но он сказал, что это самые непробиваемые долбанные муравьи, которые ему встречались. Он все время всем говорил стрелять по антеннам. Не знаю, что это значит. Не. Они начали появляться только в последние несколько месяцев. Сначала они просто подбирались к городу снаружи, а потом проникли внутрь и... Ну, ты знаешь дальше. Ладно, что такое? Не, давай, приятно просто с кем-нибудь потрепаться. Он был странный дядька. Заплатил папе несколько крышек за то, чтобы тот помог ему построить хижину и внести туда гору железок. Папа говорил, что он яйцеголовый, но у него вроде голова обычной формы, так что я не понял. Он все время торчал в той хижине рядом с моим домом. Каждый раз, когда я туда забирался, он сидел перед своим чудным телеком с зелеными словами и жал на кнопки. Не, он хороший человек, но он никогда не хотел со мной играть и не говорил почти. Все, что я знаю, что он совсем пропал, когда полезли муравьи. Думаю, они и до него добрались. Не знаю, всякие разные штуковины, коробки с кучей лампочек, чудные стеклянные бутылки. А, стой! У него еще был здоровый, громыхающий и блестящий человек. Вот это было прикольно! Да? Ну, там был Уилл, типа как мой друг. Ну и еще его отец и мать. Да, вон, прямо через дорогу. Это клево было, когда рядом есть кто-то, с кем можно гулять. Ага. Уилл ко мне очень хорошо относился. Думаю, он был на год старше, вроде того. Он мне даже комиксы давал. Мы тут все облазили в Грейдиче, куда могли добраться. Думаю, поэтому муравьи меня и не поймали. У меня куча мест, где можно спрятаться. Ну, его мама тоже была добрая. Она была тихая такая, но всегда заботилась обо мне и папе, если мы заходили в гости. По-моему, ей было жалко, что у меня мамы нет. Папа Уилла был... Ну, я не хочу говорить плохо, но он был какой-то страшный. Ну, он как бы всегда смотрел на нас с папой так внимательно, как будто не доверял, что ли. Все время глазел на нас из своего окна и печатал что-то на своем ящике с телеком. Уилл говорил, что его папа был солдатом или типа того, но ему все это разонравилось, и он ушел. Да? Ладно,
Что такое? Глянь, вон дом, он прямо возле рекламного щита, он из земли торчит. Он очень близко к закусочной, не пропустишь. Правда? Серьезно? Огроменное тебе спасибо! Мой дом стоит ближе всего к большой вывеске и старой закусочной. Пожалуйста, найди моего папочку, пусть он вернется. Знаешь, не факт, что тебе это поможет, но папа спрятал какое-то барахло в мусорном контейнере за закусочной. Он отдал мне ключ и сказал, что это на всякий пожарный, но я уверен, он был бы не против, если бы я отдал его тебе. Ну, возле закусочной есть одно укрытие. Папа всегда говорил, чтобы я держался от него подальше, но, по-моему, там должно быть безопасно. Я пойду туда и подожду внутри. Возвращайся скорей. Кто-нибудь есть? Ау!
Теперь я знаю, что такое готовая еда. Эй, ну давай, скажи мне! О нет, что случилось? Он умер? Я уже и сам как-то чувствовал, но мне надо было самому увидеть. И потом я уже устал плакать. Прекрати это, чтобы ничьи родители больше не умирали. Почему я не познакомился с тобой давным-давно? Тогда мой папа был бы жив. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Мне лучше, когда ты тут. Если бы все стало снова так, как было. Я, кажется, уже пятый раз забываю код от своего терминала. Вот уж правда, надо научиться самоорганизации. Пароль от терминала Формишедай. Неужели мне трудно запомнить название семейства муравьев? Заметка для себя. Уничтожить эту пленку, как только закончу переезд в новую лабораторию. Ну и жарко тут, ничего не скажешь. Ну давай, скажи мне! Если бы все стало снова так, как было.
Не пугай меня так. Ради всего святого, не надо так к людям подкрадываться. Ну, мне впору спросить тебя о том же. Ты топчешься по тонко настроенной и крайне чувствительной экспериментальной площадке. Мои эксперименты имеют очень сложную природу. Объяснить их может только ученый. Постой. Я же и есть ученый. Изумительно. Моя попытка уменьшить диаметр туловища этих насекомовидных созданий — это крайне важное начинание. Я намереваюсь генерационно уменьшить их огромные фигуры при помощи предродового введения мутагена. Умно, правда? Господи, ты отлично все понимаешь. Изумительно. Ну, боюсь, что я слегка ошибся при расчете мутагена. Вместо уменьшения размеров они вылупились с новыми способностями. Я называю эту генетическую аберрацию пирозом. Они умеют выбрасывать из своих тел пламя. Возможно, мне удастся исправить эту ошибку, но я не могу добраться до своих приборов. Твое знание теории эксперимента воистину удивительно. И правда, я пропустил этот шаг и сразу модифицировал все поколение. Может, я поторопился. Я был так уверен, что все сработает. Чтобы исправить ошибку, мне нужен мой терминал, и я смогу изменить мутаген. Ну, если ты предлагаешь, то дай подумать. Мой портативный терминал развернут в яслях, неподалеку от муравьиной матки. Если я смогу добраться туда, я продолжу работу по исправлению мутагена. Если ей причинить вред, будут потеряны месяцы работы. Твоей задачей будет истребить то, что я называю ее пятерыми стражами гнезда. Грязные твари. Я настроил свое оборудование на портативном терминале на запуск так называемого замедляющего импульса. После запуска импульса все оставшиеся муравьи должны потерять свою эмпатическую связь с маткой и впасть в буйство, уничтожив друг друга в процессе. Ну, в общем, и все. Что скажешь? Да, думаю, это так. Науке придется пойти на поводу у твоих понятий, чтобы продвинуться вперед. Я собирался предложить тебе один из своих биогенетических мутагенов, но полагаю, что можно поднять ставку. Я дам тебе еще свой старый лабораторный халат. Он верно служил мне много лет и, возможно, пригодится тебе для собственных экспериментов. Правда? Изумительно. Осторожнее, друг мой. Стражи гнезда могут быть весьма опасны. Столько надо сделать, столько сделать.
Мое снаряжение позволило мне обнаружить изменения в яслях муравьиной матки. Что произошло? Изумительно. Пожалуйста, расскажи мне, что случилось. Ну давай, чем быстрее ты мне все расскажешь, тем быстрее я смогу отдать тебе обещанную плату за услуги. Тогда я немедленно пойду к своему портативному терминалу и внесу необходимые изменения в формулу мутагена. Спасибо тебе огромное за все. Ты, оказывается, очень полезный лаборант. Уведи его из этого места, найди ему дом. Я не смогу закончить эксперимент, если он будет мельтешить вокруг, задавая бесконечные вопросы. Все ученые принимают ответственность за свои ошибки. Это профессиональное. Я доведу этот эксперимент до конца, не зацикливаясь на проблемах высокой морали. Если я позволю эмоциям овладеть мной, выйдет, что все потраченное время и силы пропали впустую. Да? Ну, я продолжу исследование. Должен быть способ уменьшить эти создания до их прежнего размера. До тех пор, если ты надумаешь навестить меня, я буду в своей хижине рядом с домом Уилксов. Изумительно! Вот обещанный лабораторный халат. Уверен, что он тебе пригодится. Какую инъекцию ты хочешь сделать? Тебе больше нравится муравьиный глаз или муравьиная сила? Изумительно! Будет тебе муравьиная сила. Пожалуйста, постой спокойно.
Ох, ну и жарко тут, ничего не скажешь. Так странно. Ни с того ни с сего все муравьи взяли и начали друг с другом воевать. Как будто все с ума посходили. Жутко было, но при этом круто, если ты меня понимаешь. Хотел бы я чем-нибудь наградить тебя, но у меня на самом деле ничего нет. Я так понимаю, теперь ты уйдешь, и мне придется выживать тут одному. Надеюсь, что ты когда-нибудь навестишь меня. Правда? Ты серьезно? О, спасибо тебе огромное! Я буду ждать в своем старом доме, пока ты вернешься. Мне все равно нужно похоронить папу. Только не забудь про меня. Ну, папа всегда говорил, что у меня есть тетка Вера. Она где-то живет на каком-то большом, здоровенном корабле. Ну, что-то такое. Папа называл это место Ривит-Сити, но я не знаю, где это. Вот бы и я был такой крутой! Рад тебя видеть. Ну, как твои раскопки? Удалось достать продукты и медикаменты из супермарта? Серьезно? Правда? Правда? Отлично! Расскажи мне все. Ну, за еду и лекарства всегда приходится побороться. Не особо приятно, но что поделаешь, правда? Ладно, оставь находки себе. Я сама недавно наменяла много еды. Вот, попробуй, угощаю. А то мне это уже приелось. О, вот это еще возьми. Это старый дезинфектант для пищи. Просто носи его с собой, и он автоматически сделает еду и воду более... лучше. Ну не могу же я заставить тебя работать. Удачи в исследованиях! Эй, не обращай внимания на запах. Я тут пару опытов с химикатами провела, но дышать можно безбоязненно. Правда? Мне еще нужно изучить влияние радиации на живую особь. Мне нужно, чтобы кто-то разведал, как проходить через минные поля. И на этом первая глава книги будет закончена. Что тебя больше всего возбуждает? А, да, вот тут мне и нужна твоя помощь. Я многое знаю об этом из книг, но живого образца никогда не встречалось. Или их не хватало надолго. Так что мне нужно, чтобы тебя немножечко облучило, чтобы была возможность изучить последствия. О, конечно, не набирай смертельную дозу. Я должна успеть привести тебя в порядок. Ну да, но пример из реальной жизни ценнее всего. У меня тут есть новый препарат от радиации, и мне не терпится его испытать на живом человеке. Но, если подумать, твой вариант позволит нам сохранить твое здоровье для будущих опытов. Вот, возьми эти препараты за помощь. Не затягивай с этим особо. Чем быстрее мы допишем книгу, тем больше жизней сможем спасти. Увидимся.